В Красноармейске открылась выставка старинных часов. На ней представлено более 30 экспонатов. Среди них карманные, наручные, настенные часы и ретро-будильники. Самому старому экземпляру больше 100 лет. Есть здесь и модели, изготовленные специально к Олимпиаде в 80-х годах прошлого века. Некоторые из экспонатов принадлежали известным жителям Красноармейска. Одни из них принадлежат такому человеку, как Латынин. Этот человек в свое время был основателем нашего музея. Эти часы ему были подарены на 90-летие со дня рождения Ленина. Также представлены часы многих людей, которые были участниками Великой Отечественной войны.